Всем привет! Сегодня начинаю наш день уже поздновато, вот, потому что плохо себя чувствовала. Ну и сейчас, в принципе, тоже еще голова болит у меня. Ну, в общем, я болею. Вот, ну, Максим тут носится, прыгает, на ушах стоит, поэтому я решила выйти с ним на улицу прогуляться, потому что дома он просто с ума сходит. Просто носится вообще. Что с этим ребенком? А зачем ты фонарь взял? А чтобы освещать себя. Понятно. Там вроде еще не темно на улице-то. Кстати, вот эти томатики, которые я сажала. Здесь 3 взошло, а там 2 всего взошло. Максим, ты что там делаешь? Иди комбинезон одевай. В общем, домику недолго жить осталось, я так чувствую. Максим, он там бегает, круги наматывает. Хочу сегодня комбинезон еще его постирать. Это уже грязный, чтобы садик в чистом пошел. Завтра мы к стоматологу едем, поэтому завтра в садик он не пойдет. Давай, скатывайся. Ты что там газуешь? Еще пойдешь? У нас сегодня тепло на улице, -5. И немножко ветерок. Вот, мы уже погуляли. Все равно прохладненько. Долго не будем гулять, потому что так как мы все болеем. Вот, пойдем сейчас домой. Мы сейчас садимся кушать. Максим чешет лоб. Коля играет в карты. Максим, мы, кстати говоря, сегодня солянку приготовили. Максим не любит никакой суп, кроме куриного с лапшой. Поэтому я ему сейчас греночки пожарю. Боня тоже тут кушает, как обычно. Как хрюшка. Мяу, да. Что ты тут выигрываешь? Ну, пока неизвестно. Будем мы, в общем, кушать садиться. Привет! Вот, мы садимся кушать. А ты уже покушала, вроде бы. Максима тут гренки. Как он и заказывал. Как в ресторане. Да, у меня бутерброд и супчик. Еще мы решили горошек открыть. Бандюэль. Да, давай его сразу вскрою. В общем, будем мы кушать. Как-то Боня у нас странно на табуретке лежит. Она все место заняла просто. Да, кстати. Надо другую табуретку тащить. Да. Максим, а ты что в телефоне? Ну-ка убирай телефон. Кушать же сели. В общем, будем... А что он какой-то вспененный? А это я его сболтал. Надо пересыпать на что-нибудь. В общем, ладно, мы будем кушать, садиться. Всем, кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Мы уже покушали. Максим тут сидит, лечится. Дышит небулайзером. А я хотела постирать Максимкин комбинезон. Вот, но стирать я его, наверное, сегодня не буду, потому что я боюсь, что он до завтра не высохнет до утра. А нам завтра к 10 часам нужно к стоматологу ехать. Максиму зуб нужно будет сделать, полечить. У него там небольшой кариес, вот, и пока он небольшой, нужно его вылечить. Поэтому мы записались на завтра, вот, и поедем завтра с утра. Максим у нас уже спит, а мы решили попить чаю, хотела сказать. Терафлю. Вот, потому что что-то мы прям приболели. Все, причем заболели нас, наверное, Максим, я думаю, заразил. Ну да, ну он уже, кстати говоря, выздоровел, я думаю, потому что он кашляет уже совсем чуть-чуть. Теперь он, наверное, сейчас он выздоровеет, опять нас заболеет. Да не должен. Вот. И ему еще завтра к стоматологу идти, наверное, ты его поведешь. Потому что я там буду кашлять сидеть. Я не знаю. К стоматологу завтра мы пойдем, это, ну, мне кажется, будет какой-то у нас, наверное, трэш. Потому что мы показывали мультики, ну, вроде бы как бы ничего.
пойду, говорит. Ну, я думаю, что он, когда зайдет в кабинет, Кажется, он не зайдет в кабинет. А может даже, начнет сопротивляться, да, потому что когда мы сдавали кровь, я с ним ходил, было, он не хотел пальцы давать, кровь с пальца брали, он не хотел палец давать. Он разнылся, я ему предлагал, давай мы тебе после больницы игрушку купим, но от всего отказывался, от игрушек, от всего вообще отказался, говорит, нет, я не буду, но в итоге пришлось без игрушки. Я думаю, что завтра будет так же, что он начнет нервничать. Это естественно, что он будет переживать. Но он вообще у нас у стоматолога ни разу не лечился, то есть он первый раз пойдет туда. Врач просто сказала, что можно сейчас зубик вылечить, просто пока не укол там ставить, ничего не нужно, нужно будет просто маленько рассверлить и все. На ранней стадии, пока только-только вот началось кариес, то есть можно будет вылечить. Ну, посмотрим, как он пойдет, не пойдет. В общем, ладно, будем идти терафлю, а то он стоит, остывает, его надо горячим пить. Да, надо лечиться. Еще противовирусное купили, противовирусное пьем. Вот, Макс уже свое выпил, он уже долечился, можно сказать, потому что у него он чуть-чуть, может, пару раз за день подкашливает и все. То есть там уже такое остаточное. Поэтому я думаю, что мы завтра сходим к стоматологу, и послезавтра он уже пойдет в садик. Вот. Наверное, будем заканчивать на этом видео наше. Вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.